Друзья, всем привет! Сегодня находимся мы на ярмарке, выставке декоративных птиц и прочих сельскохозяйственных животных. Город Кропоткин, улица Речная, 6. Такая ярмарка проходит раз в месяц, каждое последнее воскресенье. В предыдущей части я снимал, там были канарейки, попугаи, а сейчас пройдемся по сельскохозяйственной живности, кошечки, собачки посмотрим. Подписывайтесь на канал. А почем ваши гуси? Конечно, это вот тоже спадни. В какую цену гуси у вас вот эти крупные? По 3. 3000 голова. Красавчики. 8300. Это у вас такие, подскажите. Квашечки. Квашечки, да. Это мини-чихуашечки. И сколько такие стоят чихуашечки? От 12 до 15 торг. От 12 до 15. Кобельки дешевле, сухи дороже. Вот они, малышки. Дай салфетку, пожалуйста. Ручная работа, ложки, плошки, поварешки, досточки разные. А сколько такая цветная кошечка стоит? 1000, да? Привитая. Друзья, вот здесь здоровье, смотрите. Витамины, все для здоровья. И травы собраны правильным образом. Рекламку покажите, вот там рекламка. А это облепиха, да? Да. Дикорастущая облепиха, пожалуйста. Вот берем вот так и пробуем. Вкуснотища. И сразу чувствуется здоровье, прилив. Вот. Скажите, а что это у вас за порода? Американский стаффордширский терьер. Американский стаффордширский терьер. И цена какая у него? Цена 10 тысяч. Это папа, наверное, или мама? Сынок 10 тысяч. Вот такая вот красота. Еще витаминчики, яблочки. Скажите, почем такой петушок у вас? 1200, это фавероль, ему 10 месяцев. 1200, фавероль. Фавероль французский. Фавероль? Да, 5-палый. Все понятно. Сейчас 5 пальцев, давайте посмотрим. Вот смотри, 5 пальцев. Вот раз, раз, два, три, четыре. Вот они сзади, вот они еще два. Видишь? 3 спереди, 2 сзади, да? Да. А, вон, вижу. Можно взять его такой. Да, я уже зафиксировал, красавчик. Красавчик. А такой сколько стоит? Ну, просим 1000 рублей. 1000 рублей, да? Да. Петушок. Все ясно. Они молоденькие, ну могу уступить маленькое, если будете брать. В общем, торг уместен. Кому вот нравится, приезжайте, выбирайте, люди уступают, все хорошо. Фаверольки. Это курочки-фаверольки, да? Да, это курочки-фаверольки, вот петушок-фаверольки. Это которые 5 пальчиков у них? Да, и вот петушок 5 пальчиков. И почем такая курочка? Курочка 900 рублей. 900 это вот рублей. Она занесется после Нового года, а вот эти уже неслись, это уже год отнеслись. Вот эти вот. Все ясно. Ой, мама, тихо. Не пей с козлиного колодца, козленочком станешь, с козлиного копытца. Ой, вы что-то, наверное, это самое, да? В какую цену белая нутрия? 2000. Здесь такие вот маленькие курочки. Дождь прошел. А так все нормально. Какую цену ваши гуси почем? Мальчик 2, девочка 1,5. Гусак 2, гусыня 1,5, да? Если пару будете брать, тогда за 2,5. Пара за 2,500. Почем ваша красота? Подскажите, пожалуйста. Вот эти рыженькие, почем?
По 500 рублей. По 500. А это бойцовский, да? Да, тоже 500. Тоже 500 рублей. Фазанчик в какую цену? Полторы. Это королевский? Это золотой. А, молодой. Золотой, золотой. Это курочка? Это голландская белохохлая. Называется. Голландская белохохлая. Сколько стоит? 800 рублей. 800 рублей. Красотища. Выбирайте. Вот люди присмотрели красивую клеточку. И поехали домой. Сейчас купят канареечек. И будет все у них хорошо. Да. Он придет, сейчас заберет. Почем такие у вас? Этих нету уже, ты уходил. Продали, да? И сколько рыжий стоит? Эти 2,5. А эти? По штуке отдам. По штуке отдам. Да. А вот те белые пушистые почем? Это 5 пара. А как порода называется? Кахинхин. Пушистый? Да. Кахинхин пушистый. Кахинхин белый. А, кахинхин белый. Пушистый. Не все пушистые. Пушистый нет, да? Все, хорошая торговля вам. Ага. А тут гуси какие-то горбоносые, хозяина, к сожалению, нет, уточнить, что почем, как. Если что, мы тебя выберем. А почем ваши курочки? 3? Ребят, курица несушка. Почем курица несушка такая рыжая? Говорите цену. 350, а возраст? 5,5. Все. Скажите, в какую цену ваши курочки? 300 рублей. 300 рублей. А возраст сколько у них? 5 месяцев. 5 месяцев, 300 рублей. Спасибо. Здесь вот фазаны красавцы. Хозяин что-то куда-то делся. Какую цену павлины у вас? Павлины почем? Нянька. 11 павлины и 10 павлины стоят. Не, это боксер. Это ты спрашиваешь? А почем такой самовар? 5000. Ух ты. Для Юрия Васильченко за 4 отдадим. Друзья, вот и подошла очередная наша выставка к концу. Встретимся теперь с вами в декабре. В последнее воскресенье декабря. Всего всем доброго, до свидания. Подписывайтесь на канал. Почем голубя такого купил? Тебе подарили? Вот хороший какой. Ну давай, всего тебе хорошего. Вот, друзья, молодое поколение подрастает.